Так, МКС. 27 апреля 2021 год. Ух ты, резенькая ты наша. Уменьшил чуть-чуть выдержку, посмотрим, может чуть-чуть будет изображение. 4:30 по Киеву, в Харькове. Сейчас посмотрим еще и на Суперлуне. И на Юпитер с Сатурном. Да. Еще уменьшаю выдержку. Ребятки, ну 27 тысяч километров в час эта штучка шпарит. Не обессудьте. За сложности. При съемках. На высоте 400 километров. Ты видишь, как она несется? Вау. Ну все, уже куда-то в леса ушла. Там видно все равно. Ушла не в закат, а в рассвет. Так, хорошо. Поехали теперь. Посмотрим на нашу суперлуну. В том смысле, что полная луна на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите. Вот она, красавица. Совсем уже низенько над горизонтом. Наша красотулька, ну. Пошли посмотрим сразу на Сатурн и Юпитер. Да что ж ты убегаешь-то?
уменьшить чуть-чуть яркость. Зато кольца будут видны четче. Все, вползает в кадр наш красавец. Ветер шатает штатив, камеру. Да, наверное. При таком ветре съемки будут дискомфортными. С такими увеличениями 125-кратными. Так, пошли Юпитер посмотрим. Вот он. И наши галилеевые спутники. Их должно быть сейчас все четыре видно.